Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников. Английский художник викторианской эпохи, известный своими изображениями фей и других сверхъестественных предметов, сцен ориенталистов и загадочных жанровых сцен, выполненных с навязчиво мельчайшими деталями, Ричард Дат. Большинство работ, благодаря которым он наиболее известен, были созданы, когда он был пациентом в больнице Бетлем и Бродмур. Ричард Дат родился в графстве Кент 1 августа 1817 года в семье химика. Получил образование в королевской школе в Рочестере, где его способности к рисованию проявились в раннем возрасте, что привело к его поступлению в Королевскую академию искусств в возрасте 20 лет. В 1840-м он был награжден медалью за рисунок с натуры. Среди его наиболее известных ранних работ – иллюстрации, которые он создал для книги британских баллад 1842 год. В июле 1842-го сэр Томас Филлипс, бывший мэр Ньюпорта, выбрал Дада сопровождать его в качестве рисовальщика в экспедиции по Европе, в Грецию, Турцию, Южную Сирию и Египет. Ближе к концу декабря, во время путешествия вверх по Нилу на лодке, Дад претерпел драматические личностные изменения, став бредящим, все более жестоким и полагая, что находится под влиянием египетского бога Осириса. Первоначально предполагалось, что его состояние было вызвано солнечным ударом. По возвращении весной 1843 года ему был поставлен диагноз – психическое расстройство, и семья отвезла его восстанавливать силы в деревню Кокхэм, графство Кент. В августе того же года, убедившись, что его отцом был переодетый дьявол, Дат убил его ножом и бежал во Францию. По пути в Париж Дат пытался убить попутчика бритвы, но был одолен и арестован полицией. Дат признался в убийстве своего отца, был возвращен в Англию, где его поместили в криминальное отделение психиатрической больницы Бетлем. У Дата, вероятно, была параноидальная шизофрения. Двое из его братьев и сестер страдали этим заболеванием. К 1850 годам относятся 33 акварельных рисунка под названием «Эскизы, иллюстрирующие страсти», который включает в себя скорбь, любовь и ревность, а также бушующие в агонии безумия и убийств. Как и большинство его работ, эти выполнены в небольшом масштабе, изображают главных героев, чьи глаза устремлены странным, расфокусированным взглядом. Дат создал множество морских сцен и пейзажей во время своей госпитализации. Они выполнены с вниманием миниатюриста к деталям, которые опровергают тот факт, что является продуктом воображения памяти. После 20 лет, проведенных в одной больнице, он был переведен в другое учреждение строгого режима за пределами Лондона. Там и оставался, постоянно рисуя, принимая нечастых посетителей. До 7 января 1886 года, когда умер от обширного заболевания легких. Ряд его работ по-прежнему выставлены в одной из больниц. Ну, вот так вкратце из переводной Википедии о Ричарде Даде, английском художнике викторианской эпохи. Пока-пока, до свидания.